Я бы хотела, скорее всего, читать мысли людей и обладать неограниченными знаниями. Я бы правила миром. Да, я, в принципе, всеми способностями обладаю. Мне бы хотелось хорошо шить, потому что очень часто я ссорюсь с дизайнерами и с портными. Вот я понимаю и я объясняю, но люди не очень меня понимают. А я не умею шить абсолютно, я даже не умею пришить пуговицу. Поэтому мне бы хотелось шить. Я бы хотела... А хоча я вмію робити всіх щасливими, бо я переконана, що життя – це свято, і треба святкувати разом. Я хотів би літати. Мені би хотілося... Мені дуже подобається чувство, коли ти можеш літати. Мені здається, це прикольно. От коли ви прыгаєте на батуті високо, якщо б тобі не потрібно було приземлятися, а ти мог літати, було б круто. Останавливать время. Я бы дольше наслаждалась временем со своими самыми любимыми людьми и фиксировала бы это состояние. Потому что с тем темпом, который у нас сейчас есть, мы иногда не улавливаем самое важное, что у нас происходит в жизни. Я бы хотел уметь жениться на себе. Ладно, нет. Я не хотел бы иметь суперспособность. Меня все устраивает. Телепортом, по концертам. Просто иногда дорога занимает гораздо больше времени, чем сам концерт и все остальное. Иногда там, мы можем добираться целый день только для одного концерта. А если бы все владели телепортами, по крайней мере, в моей команде, было бы все гораздо проще. И концертов бы больше успели дать. А я обладаю, я радую людей. Вау! Кнопка «Хорошее настроение» мне помогла. Иногда это очень нужно быстро включить, и не всегда получается. Летать или исполнять желание. Полетела бы, ну, наверное, просто в какие-нибудь красивые облака. Перемещением во времени, чтобы вернуться назад и по-другому ответить на все вопросы блица. Какой-то дебильный, вот, не знаю, там, вот хотел, чтобы у меня верхняя губа такая была, но боюсь, что могу не задохнуться. Знаете, вот, ну, было прикольно. Thank you.